Привет, друзья! Если вы считаете, что Сэхер очень хорошо спела в последнем эпизоде, а также если вы хотите, чтобы Яман снова спел песню для Сэхер, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим наш номер. Почему на столе Азиза четки? Разводится ли Сэхер с Яманом и продолжит ли отношения с Азизом? Будет ли Зухаль сотрудничать с Азизом и положит конец Сэхер? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Давайте сразу перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенная». В новом эпизоде сериала «Доверенная» Сэхер и Ямана подстерегает большая опасность, потому что Азиз оказался очень плохим человеком. Как мы уже говорили в наших предыдущих видео, Азиз – враг Ямана. На самом деле Азиз – один из прежних врагов Ямана. Но Яман не знает, что Азиз враг, потому что он не видел Азиза много лет. На самом деле Азиз узнал Ямана. Но Азиз не сказал Яману, кто он такой. На столе Азиза также были четки. У этого розария есть секрет. Кроме того, Азиз заявил, что родственник избил его во время разговора с Сэхер. Тот мальчик, который победил Азиза, мог быть Яманом. Или Яман непреднамеренно ранил Азиза в прошлом. Когда Азиз увидел Ямана, он начал строить планы мести. Эти факты будут раскрыты в следующих главах. На самом деле Азиз сделал предложение Сэхер познакомиться с Яманом. Азиз велел Сэхеру задавать Яману любой вопрос, который придет ему в голову. В следующих эпизодах Азиз узнает всю информацию о Ямане от Сэхер. Если Сэхер расскажет Азизу секретную информацию о Ямане, ей придет конец. Потому что сотрудничество Азиза и Зухаль начинается. В следующих сериях Зухаль начинает работать с Азизом. Зухаль узнает, что Азиз враг Ямана. Тогда Зухаль делает предложение Азизу. Азиз также начинает сотрудничать с Зухаль, чтобы покончить с Яманом. Если Яман не понимает истинного лица Азиза, это означает конец Ямана, потому что Азизу удается заставить Сэхер навредить Яману. На самом деле Сэхер разводится с Яманом из-за Азиза и Зухаль. Позже Азиз мстит Яману, женившись на Сэхер. Но что бы ни случилось, никто не может разлучить Ямана и Сэхер. Поскольку Яман и Сэхер – главные герои нашего сериала, нельзя ожидать, что они останутся порознь. Кроме того, Азиз терпит поражение в конце. Согласно некоторой информации, которую мы получили, Яман узнает правду. Яман пойдет за Азизом и попросит его объяснить прошлое. В результате Сэхер будет спасен от рук Азиза. Азиз и Зухаль будут арестованы и заключены в тюрьму. Сэхер и Яман также встретятся снова. Но до этого времени Сэхер не поправится. Кроме того, пока мы будем наблюдать за злодеяниями Азиза и Зухаль. Итак, снова на повестке дня вместо любовных сцен в нашем сериале будут злые сцены. Миссис Назмии сделает то, что сделала. Любовь Сэхер и Ямана больше не повторится. Ну а в чем, по-вашему, может быть секрет Азиза? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья, чтобы увидеть больше видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, включать уведомления и оставлять свои комментарии. Берегите себя и увидимся снова.